Этот узор выполняется на основе традиционных перевитий, еще их называют косы, только разбор игл у нас будет не 3 на 3, а 3 к 1. То есть одна игла и 3 иглы. Выбираем 3 иглы с одной стороны и одну иглу с другой. И перевиваем сначала 1 игла, сверху 3. Дорожка идет на одних и тех же петлях. 3 петли, 1. Перевели. 3, 1. Перевели. Петля 1 перевивается первая, это важно. Тогда у вас идет риска под наклоном. После того, как закончили перевитие, вы провязываете количество рядов, которые соответствуют вашей плотности и вашей пряже. Я провязываю 5 рядов. И выполняю ту же самую операцию на тех же самых иглах. Если провязывать больше, узор будет растянутый. Если меньше, очень насыщенный и, на мой взгляд, более интересный. Выбирайте ваш вариант. И я надеюсь, что этот узор вам понравился. И если он вам понравился, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. И подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Жду вас в нашей школе машинного вязания. Ваша Наталья Некрасова.